Недавно появилась информация о том, что новоиспеченный чемпион легчайшего веса UFC Коди Гарбран станет тренером шоу The Ultimate Fighter. Вторым тренером шоу станет бывший друг и спарринг-партнер Коди Ти-Джей Дилашоу. По окончанию шоу бойцы оспорят титул легчайшего веса UFC. Сезон The Ultimate Fighter с участием этих двух парней обещает стать действительно интересным, ведь эти двое поистине ненавидят друг друга. В последнем интервью TMZ Sports Коди Гарбран поделился планами на будущее и с кем бы он хотел подраться после Ти-Джея. Для начала я хочу разобраться с Ти-Джеем Дилашоу. Этот парень никогда не был чемпионом, его пояс был фальшивкой. Он его получил только потому, что Доминик Крус был травмирован. Я хочу стать доминирующим чемпионом в своем весе, но я также готов подняться в более тяжелые весовые категории и подраться, например, с Альдо. Также я бы с удовольствием подрался с Макгрегором, если он намерен вернуться. На самом деле мне без разницы, с кем драться. Я бы также был не против выбить все дерьмо из Джереми Стивенса, который много болтает про меня в последнее время. Напомню, что у Коди и Макгрегора завязалась перепалка на съемках шоу The Ultimate Fighter в 2015 году. Макгрегор начал оскорблять тогдашнего товарища по команде Гарбранта, Ти-Джея Дилашоу, и Коди решил за него заступиться. Boy, that's loyalty. What, you gonna do something about it? I'll do something about it. Well, do something then. Бой Коди и Макгрегора, конечно, был бы интересным. Однако, не думаю, что мы когда-то увидим данный поединок, ведь потенциальных соперников у Макгрегора уже столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь. А вот бой Коди с Альдо в будущем вполне возможен.